Приветики, друзья! Сегодня я хочу познакомить вас со своей новой куклой Машенькой. Вообще-то эта кукла не новая. Я ее давным-давно купила у одной девочки, которая уже с ней наигралась. Но она мне показалась такой милой, что мне захотелось взять ее в свою коллекцию. Вы только посмотрите, какая она славная! Выглядит как настоящий маленький ребенок. Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. Ну что, пойдешь к маме на ручки? Куколка одета в красивый теплый фиолетовый комбинезончик. Сбоку есть кармашек, посередине молния, ну а сзади капюшончик. И еще вот такая забавная шапочка с ушками. Привет, я твой котенок. Давайте посмотрим, как куколка выглядит без комбинезончика. Ну, давай, моя хорошая, вытаскивай одну ручку. Теперь другую. Снимем шапочку, чтобы на тебя другие детки посмотрели. Вот так. Видите, друзья, это кукла с мягким телом. Получается, ее нельзя купать. Но эта кукла не простая, она интерактивная. Сейчас я вам покажу. Вот здесь вшиты две кнопочки, при нажатии на которые кукла будет издавать различные звуки. Нажмем на первую кнопочку и внимательно послушаем. Кукла гулит. Нажмем еще разок. Кукла заплакала. Попробуем нажать еще один раз. Кашляет. И еще разок. Поцеловала. А теперь опять заплакала. Сейчас давайте нажмем на ее вторую кнопочку и послушаем, какие звуки исходят оттуда. Да, котенок? Куколка гулит. Нажимаю второй раз. Куколка заплакала и закрыла глазки. А еще у нее интересные ручки. Вот эта ручка, например, с двумя оттопыренными пальчиками, указательным и большим, это ручка папы. При нажатии на нее она будет говорить «папа», смеяться и гулить. Слушайте внимательно. Другая же ручка – это ручка мамы, ручка активных глазок и ручка сна. Смотрите и слушайте внимательно. Нажмем второй раз. Сказала мама. И еще один разок. Заморгала глазками. И заснула. Солнышко, просыпайся, просыпайся. Просыпайся, мой котенок. О, солнышко проснулось и открыло глазки. Еще у куколки была сосочка, но, к сожалению, я ее потеряла. А также была вот такая волшебная ложечка. Сейчас я вам покажу, что будет происходить, когда я буду кормить куколку из этой ложечки. Приготовим немножко каши для нашей малышки. Раз ложечка, два ложечка. Разбавим тепленькой водичкой и хорошенечко перемешаем. Ну что, проголодалась, крошка? Давай наденем тебе сначала слюнявчик, чтобы ты не испачкалась. И покормим тебя вкусной-привкусной детской кашей. Видите, я сейчас взяла
волшебную ложечку. Не простую, а волшебную. Смотрите, что будет. Наберем чуть-чуть каши и дадим нашей малышке. Она кушает. От удовольствия закрывает и открывает глазки. Еще чуть-чуть. Кушай. Вот ты моя умница. Ты моя красавица. Куколка наелась. Сейчас мы тебе вытрем ротик. Вот так. И дадим попить молочка из волшебной бутылочки. Вот такой милый наборчик с волшебным молочком я купила на Алиэкспрессе. Здесь есть бутылочка, кружечка для малышей и сосочка. Давайте его откроем и посмотрим. Достаем. Вот они. Наша бутылочка и сосочка. И вот наша пустышка. А пустышка оказалась не очень качественная. Здесь не хватает верхней крышечки, я так думаю. Ну что ты? Хочешь молочка? Давай попьем. Давай, пей, моя хорошая, пей. Смотрите, молочко. Молочко потихоньку исчезает. Смотрите, малышка все выпила. Мама. Сказала мама. И заснула. Вы видите, моя малышка заснула. Давайте вытащим бутылочку аккуратненько. Дадим ей пустышку. Спи, мое солнышко. Видите, как она сосет пустышку? Ну что ж, друзья, мое видео подошло к концу. Если оно вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Потому что очень скоро мы с моей куклой Машей, кстати, я эту малышку назвала Маша, мы пойдем по магазинам, будем покупать детское питание, детские игрушки, а также будем примерять новую детскую одежду. И вот чтобы вы не пропустили мои новые видео, вы должны быть обязательно подписаны на мой канал. Итак, ребята, всем пока-пока, до встречи в новых видео! Вот мы и приехали, Эмили. Давай я тебя отстегну. Вот так. А куда мы приехали? Мы приехали на детскую площадку в Сосновой роще. Пойдем, покажу. Смотри, Эмили, это сказочный лесной мостик. Побежали, пройдемся по нему. Я высоко, высоко. Ты меня не достанешь. А вот и необычная лесная паутина. Интересно, здесь живут пауки или нет? Сейчас я это и проверю. Ой, держи меня, а то я не хочу упасть, как в прошлый раз. Конечно, конечно, Эмили. Ой, 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 ой. А теперь хочешь попробовать покачаться вон на тех качелях? Да! Тогда пойдем. Ух, как весело. Еще, еще сильней. А теперь побежали, прокатимся вон с той веселой горки. Да, быстрей. Давай ручку. А как тебе вот это качеля-яйцо? Давай-ка я раскручу тебя посильнее. Ой, у меня кружится голова. А теперь в обратную сторону. Эмили, ты куда убежала? Я тебя совершенно потеряла из виду. Что ты тут сидишь одна? Я устала. Набегалась, напрыгалась, и теперь у меня болят ножки. Тогда пойдем, тут до машины совсем близко. Я посажу тебя в кресло, и ты поспишь. Нет, я же говорю, я устала, у меня ножки болят. Ну ладно, ладно, Эмили, только не плачь.
Поедешь вот в такой кенгуру переноске? Да, поеду! Вот и все, Эмили. Мы уже в машине. А можно я посплю немножко? Конечно, Эмили, поспи.